Всем привет! Сегодня 2 августа 2016 года. Мы находимся в Оклахома-Сити. Ой, название села. Мы сейчас находимся в кемпграунде KOA. Название этого поселка, такой поселочек, не скажу, не помню. Что-то они у меня все эти поселочки в голове перепутались. Мы купаемся в тени где-то градусов 40. Где-то есть. Не, может, не 40, а брошу. Наверное, 35, ну, под 40. Потому что жарко, хоть в тени. Никита плавает там. Он в углу сидит. Хочет подружиться с девчонками и мальчишками, но они что-то не хотят контактировать с ребенком. Ой, наплавались. Мое местечко. Лежачок. Вон наш автобус стоит. Никита куда-то пошел. А не помог девочке открыть. Джентльмен. Джентльмен. Да. Так, я сейчас надену шляпу. Модную. Вот такую свою. Шляпу. Вот. Лицо прикрою и увалюсь. Опа! Загорать. Что-то я ничего не вижу из-под шляпы. О. И зонтик у нас такой. Виквин спрайт. Ой. Ой, жесть удалась. Хорошо так как, а? Ничего не делать. Валяться. Хотя вода в бассейне очень теплая. Просто теплая вода. Который день стоит такая жаркая погода. У нас в нашем мотохоме кондиционеры не справляются. У нас два кондиционера. То не справляются. Тоже жарко. Особенно, когда кушать, готовить. Вчера мы даже не готовили, заказали пиццу. Перебились то, что нашли в холодильнике. Но сегодня придется готовить. Сегодня будет жара сумасшедшая. Надо потом прийти вечером в бассейн. Может, вода попрохладнее будет, чтобы освежиться. Вот так. Это Оклахома, штат. Завтра мы в 11 выезжаем. Это будет Арканзас. После Арканзаса Теннесси. А уже потом Северная Каролина. Значит, нам еще ехать и ехать и ехать. По самой Северной Каролине нам долго ехать, потому что как раз получается, что мы ее в ширину пересекаем. Ну ничего. Будем пересекать. Да. Небо. А, он только два облачка. И не облачко. Да. Немножко полежу на солнце, надо подзагореть, выработать витамин D и потом в тень. Потому что сгореть просто. Пару минут и готовченко. Где Никита? А Никита все там сидит. Хорошо. Увидимся. Пока.